Смотрите, ребят, смотрите, какое утро. Погнали. Вот я говорю, мне приятно видеть даунтаун. Вообще, что происходит? Что вообще за мистика происходит? Так, мы это все уже посмотрели, сейчас всю эту превьюшку. Сейчас вообще уникальнейшая миссия, опять же. То есть, чтобы в миссии была атмосфера, было вообще такой вот... Такой вот что? Просто кинематограф. Короче, мне мысль, знаете что? Мне мысль этих всех работяг перебить. Извините, конечно. Да, не, нифига, молодец. Просто они потом будут мне мешать. Ладно, как-то это жестоко смотрится. А, в принципе, я знаете, чем могу? Вот так вот, это вообще будет не жестоко. Это очень милосердно. О. На, скушай. Просто потом они не дают спокойно мне бетоном все тут заливать. Здесь где-то должна быть снайперская винтовка, кстати, к вашему сведению. Вот она где-то тут была. Нет? Я помню, что она была, друзья мои. Сейчас, опять же, посмотрим, может, тут? Нет. Нет. Нет, она была. Я вам даю гарантию. Так, ну что, ладно, сейчас эти быстренько разрушим. Хорошо, что у этого трактора К-700. Это же К-700, по-моему. Хорошо, что у него нет радио. Вот эти бочки стоят, да? Вот на них можно подорваться. Надо аккуратненько. А, так. Вот там еще. Откуда ты взялся? Потому что я думал, всех я уже перекохал. Нет? Так. А, они, наверное, повылезали из вагончиков, я так думаю. А, да. В предыдущей миссии, в предыдущем видео вообще была веселуха. То есть, вообще дела складывались в высшей степени непредсказуемо. Но все-таки, видимо, это была судьба. Поэтому ту миссию все-таки я провалил. Но... Шансы все давались и давались. Вот что. Как любили говорить у нас в консерватории. Вот что, сука, сука характерно. Так, еще раз. Ну, смотрите, видите, там бочки, да? Вот в эти бочки было дело по молодости, я впечатывался. Ну, это все понятно. Вот, видите, что? А что такое? Что-то тикает, мне кажется. Мне кажется, что-то тикает. Это уже нервный тик. Мне кажется, что что-то тикает. Так, я просто громко говорить не могу, потому что у меня... Еще одна такая фигура речи. В общем, поскольку у меня все дома. Понимать это надо в буквальном смысле. Так. Да, сейчас надо столкнуть сортир сначала, но это легко. А вот залить бетоном. Ладно, чувак. Так. Тут мне нечего сказать тебе ободряющего. Это гангстерская, злая гангстерская разборка. Так, ну что, сейчас зальем, приготовим пушку. На случай, если нам надо будет резко выйти и разбираться. Вот, слушайте, какой музон. Вот я говорю, мы так много теряем, что не можем музыку поставить. Но это вы уж сами будете играть. О, хорошо. А что-то я вот неровно встал.